Главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Рыбаков в рамках рабочего визита в город Муром и глава администрации округа Муром Евгений Рычков встретились с коллективом закрытого акционерного общества «Муромэнергомаш». Отличительной особенностью завода является инновационный и наукоемкий подход к организации технологий производства. На заводе установлено самое современное передовое оборудование, обеспечивающее полный цикл производства, высокую производительность, отличное качество, минимальные энергетические затраты, экологическую безопасность производства, отвечающую новейшим мировым стандартам. Мы видим достаточно эффективное использование этих мощностей, потому что на заводе находится приблизительно что-то около 30 резидентов. Они, конечно, все разные по объему и производят совершенно различную продукцию. Но вот, конечно, вызывает интерес вот именно это производство. Производство металлоемкое, серьезное, внушительное даже вот по внешнему виду. Речь идет о производстве опор для линий электропередач, об опорах для канатных дорог, для горнолыжных спусков и в том числе опор для уличного освещения, то есть такое, как скажем, более бытовое применение. Предприятие «Муромэнергомаш» подверглось инспектированию не случайно. По мнению федерального инспектора по Владимирской области, здесь есть чему поучиться. Большой объем производства, достойная прибыль, высокая заработная плата людей. Продукция, которая здесь производится, она важная, нужная, востребованная. К сожалению, может быть, не так активно она востребуется во Владимирской области, больше уходят другие регионы, хотя и Владимирская область, как мне сегодня рассказали, в Ольгинском, например, при строительстве площадки под Генериум использовались местные опоры освещения, и вроде бы предполагается возможность получить заказ на объездную дорогу вокруг Мурома, что приветствуется, конечно. Хотелось бы, чтобы в том числе продукцию нашего производителя использовали на территории области. Прибыль «Муромэнергомаша» по итогам прошлого года составила более 1,5 миллиарда рублей. Этому способствовало выполнение условий государственного заказа, к примеру, участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Энергомашевцы успешно и в срок справились с поставкой первой партии продукции и сегодня трудятся над тем, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу до конца. Галина Воробьева, Регина Рукавишникова, Александр Симонов. Новости 24 Муром.